интересные вороны. Клары украл кораллы. Одна сидит с кораллами, бусами такими. Второй с кларнетом был. Что-то кларнета не вижу. Оторвали, наверное. Оторвали кларнет. Но кларнет точно был. Так что вот такие питерские реалии у нас, когда идешь по центру. Сейчас покажу вам собор на крови. Ночью с освещением предновогодним. Спас на крови. Вот, точнее. На этом месте бомбанули императора Александра II. В карету бросили бомбу. Первая, по-моему, убила лошадей, порушила карету, но Александр остался невредим. Он вышел из кареты, и тут второй революционер все-таки бросил под ноги взрывчатку, и Александра убила. А вот с лошадей, убитых в карете Александра, сделали чучело, если кто не знает. Сделали чучело, и эти чучела теперь в рыцарском зале Эрмитажа находятся. На них рыцари сидят. Вот если вы будете проходить и видеть, как вот эти четыре рыцаря в центре сидят, это, знаете, это вот на конях, чучелах, которые были вот в карете Александра. Красиво, да? О, какой предновогодний фонарик, предновогодний. Каналы. Да, есть, создается предновогоднее впечатление, когда так все переливается, светится.